я вас поздравляю, у нас действительно замечательное событие. Мы с вами даем старт строительству такого замечательного социального объекта медицинского учреждения. В рабочем поселке Заречье заложили капсулу в основании новой поликлиники на 300 посещений в сутки. Подобное мероприятие стало доброй традицией при возведении каждого нового соцобъекта. Долгожданное событие всколыхнуло эмоции местных жителей. В торжественной церемонии принял участие и глава округа Андрей Иванов. Будем регулярно приезжать, проводить штабы, как мы делаем по всем нашим социальным объектам, контролировать график, планы работы и, конечно, качество. Работы по строительству планируют завершить в первом квартале 2025 года. После ввода объекта в эксплуатацию поликлинику передадут на баланс регионального Минздрава. Елена Краева, телекомпания «Одинцова».